Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру God of War 3, ребята. Открылся проход, и нам надо идти, я только не помню, где открылся, в общем, в предыдущей серии можете посмотреть. Похоже, вот здесь. Ворота были, точно, ворота были закрыты, сейчас все открыто, вот тут огромные ворота были. В смысле, кто за мной закрыл там? Давай, надо подлечиться маленько. А, он, кстати, сказал, что этот Гефест нам сказал, что сделает нам новое оружие, короче. В поисках искупления. Аид мертв, и души заключенных в его царстве теперь свободны. Но все равно они будут скитаться вечно, ибо нет для них искупления. Так, или мы здесь были? А, нет, подожди, вот душа, смотри, идет. Вот, не были, сундук закрытый, точно. Прям нам надо сюда, в общем. Ворота за мной закрыли, я назад не вернусь уже. Перо, вы получили перо Феникса. Найдите еще два, чтобы увеличить запас магической силы. Ну, давай, идем дальше. Побольше бы всяких перьев, да глазов. Глаз. Мы находили до этого. Это что за бурундук к нам выскакал, а? Че, мне драться с ним надо, что ли? Ну-ка, иди сюда. Это с тобой, братва, что ли? Я не понял. Ну, подходи по одному, че вы? Подходи по одному. Я хочу поставить когти. Не трогайте меня, вы че, ребята? Я так не договаривался, вас слишком много. Че это за полчища? Ну-ка быстрее сюда кого-нибудь. Циклопа вызвал. Все, ништяк, давай еще, еще. Стоп, верните, верните. Я еще с вами не закончил. Надо самого большого убить. Ну их вообще много, штук 20, наверное, уже на меня напало. Ладно, я уже крутой стал, как говорится. А так бы меня уже давно раздавили. Во, вот так хорошо, давай. Держи, братан. Сейчас твоя бригада вся уйдет в небытие вместе с тобой. Отлично. Приз получен. Кишка танка. Вот такой приз. Давай-ка откроем сундук еще, но перед этим надо расправиться вот с этими ребятами. И пойдем наверх. Благополучно я расквитался с ними. А нечего было на меня наезжать. Куда только, как здесь запрыгнуть-то? А как запрыгнуть? Ну-ка, погоди. Или как? Или туда не отсюда надо заходить? Давай назад вернемся. Я просто не вижу, где даже цепануться можно здесь. Не, ну все, это совсем назад, это не туда. Не понимаю вообще, а куда? Ну по камням не прыгает. Чаша вот эта стоит, может. Ну-ка, может сюда. А, вот, запрыгнул же, все нормально, че? Надо было просто на камешек встать. Все пригодится, надо магию восполнить. Давай, давай, забирай, все это нам надо. Вон души там летают. Это все из-за меня, потому что я Аида уничтожил. Что происходит-то, ребята? Вы куда полетели все? Не на меня ли все, а? Так, аккуратно, не то. Надо издалека, наверное, его фигарить. Он, кстати, я с таким уже боролся. Отойди от меня! Я тебе сейчас покажу, как надо драться. Во, с одного удара.
Молодец все-таки циклоп, прискакал и просто ему снес башку. А я ему хвост отрезал в виде змеи. Нет, ты что, офигел что ли? Ты на кого нарываешься-то? Я не понял. Еще второй ползет, смотри. Давай, еще будем бороться. Ну! Не получилось у тебя маленько, да? А зато у меня все вышло. Давай сейчас твоего братана еще... А, ты еще жив, что ли? Ничего себе! А что ты такой дерзкий-то, я не понял. Верните обратно. Этот еще с хвостом. А тот уже и без хвоста, и уже... И уже сил у него мало-то, совсем нету сил со мной бороться. Ну-ка, давай. Вот и нет у тебя змеи. Давай с тобой теперь. Так, ладно, я могу еще и пострелять по вам, ребята, из лука. Как бы, вот эти штуки, конечно, бы мне еще придумать, да, как поджечь. Вот так. Заряжай, давай. Во, удар сразу пошел по ним, нормально. Давай еще. Не попал. А, попал, только не по кому. Давай еще. А, чуть-чуть, сейчас, подожди, не туда нацеливаемся-то. Как цель поменять? А, ну все, я сейчас с тобой расправлюсь, все, иди сюда. Ну, не ту клавишу нажал, все. Давай еще раз пробуем. Поговорим. Ты подходи, главное, что? Я, что ли, к тебе буду сам подходить? Вот. Давно так пора уже сделать. Рога пообломал. Все. Так, что мне больше нужно? Давай жизни возьмем. Жизни забрали. Идем дальше. Так, а куда идти только я не... А, вот еще... А ты что, еще опять жив, что ли, не пойму? Бесхвостый чувачок. Стоит в тишине там, короче, спрятался. Ждет, пока я сам подойду опять. Ну, давай. Вот мы и встретились с тобой. Так, и еще разочек. Второй... Это уже третий, наверное, или четвертый заход на него. Какой... По счету. Давай, иди сюда. Подходи-ка, распишись. Не трогай, ты что еще рогами будет фигарить мне? Тебе так нельзя делать. Мне это можно делать по-разному. Тебе нельзя. Вот все. Отдохни, поспи. А, вон. Надо ползти. Вон, цепочка, смотри, моргает. Или что надо? А, надо цепь двигать. Что-то сейчас какой-то механизм запустим. Давай пробуем, толкаем, двигаем. И... Вот. Теперь есть куда зацепиться. Только как? Надо еще куда-то прыгнуть. Или что-то... А, вот еще одна цепочка. Давай цепочку вторую делаем. Давай, Кратос, ты сильный. Я верю в тебя, ты молодец. Давай, он вообще... Ребята, он мощный просто, смотри. Цепи здоровые передвигает, как пушинку. Вот, видишь, как все получается-то, а? Я верил в Кратоса и верю. Так, только что-то все равно не получается куда-то... запрыгнуть. А, вот. Вот оно что. Надо задвинуть просто ее. Давай еще вторую задвинем. Наверное, сейчас что-то поменяется еще. А правильно ли поменялось я? Потому что... А, да. Сюда-то я прыгаю. А как дальше? А, полетели на вот этой крылатой штуке. Гарпия, иди сюда. Иди сюда, полетели. Сейчас она меня отнесет вот на другой камешек. Подожди. А чё, почему так поменялось? Почему все опять поменялось? Я что-то не понял. Куда что задвинуть надо? Дай-ка я до тебя допрыгну. Нет, так не пойдет. Пробуем еще раз лететь.
Давай дальше летим, может быть, как-то дальше получится. Ай, не получилось. Еще попытка. Как только я начинаю на ней лететь, все начинает выдвигаться, да, или нет? А, подожди, я понял, все, вот сейчас полетели, пока сейчас задвинется, мы как раз успеем. Прыгай, давай залезай. А-а-а-а-а-а-а-а. Аккуратно, вот сейчас надо. Цепляйся. Не цепанулся. Вот так. Полетели. Вот здесь, а, вот надо выдвинуть, а, наоборот, задвинуть надо, все, понял. Сейчас что-то еще поменяется. Ну все, гарпия, лети сюда. Лети, лети, быстро подлетай. Мне надо средство передвижения. Полетели, все. Вот теперь как раз блок, когда этот... Давай, задвигаем. Цепляйся, толкай, не знаю, что-нибудь делай. А вот и выход, похоже, дверь какая-то, нет? Нет, это не дверь. Ну сейчас увидим, что он запустил. Сейчас все сработает, головоломка. А, вот оно, все, вот, вот, вот и проход. Вот и проход. Делов-то было. А огромные ворота просто передо мной открылись, и выходим. Приз получен, Сезам, откройся. Да, ребят, просто вот все открылось. Отлично. Откроем еще сундук. И заберем еще одно перо, однако. Однако, магический запас сил так скоро может реально улучшиться, потому что осталось одно всего перо. И дальше пойдем в бездну Тартара. Но это будет, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан. И увидимся в дальнейшем. Всем удачи и всем пока!